Jingle them bells and frolic. Oh, by gosh, some stolly. Eggnog, gin and tonic make Yuletide gay and jolly. Same procedure every year. I just can't get enough. I drink till Rudolph reappears. A toast to him, that red-nosed deer. Ну что ж, дорогие друзья, всем привет! С наступающим вас Новым годом! На календаре 31 декабря, естественно, приближается мощнейший праздник, которого ждут целый год. Я скажу, что мы еще к бабуле едем. И мы еще едем к бабуле. Забирать подарки и бабулю, да? Да, потом домой едем. А потом домой едем. Итак, дорогие друзья, мы в каждом году делаем распаковки подарков. В каждом году, естественно, этот год не исключение. Мы накупили всего разного, вы посмотрите всего сколько. Сейчас будем распаковывать. Это просто жесть, это просто трэш. На ваших экранах мы прошлись по магазинам. Все самое свежее, мощное, интересное. И сейчас по порядочку все откроем. Усаживайтесь поудобнее, поставьте лайк. Ребята, для вас подарки я тоже готовил, результаты делал, всем все выдал. Поэтому, надеюсь, вы тоже все довольны. Ну и ждите, в следующем году вас ждет еще больше подарков и контента. Ну а мы приступаем. Даня, с чего начнем? Что откроем? Давай откроем. Это ты купил? Что это? Соломка сладкая. Это на Новый год? Это не новогодний подарок. Давай начнем вот с этого, смотри. Что такие? Да ты... Это же да. Present from Fuzia какой-то. Опять же, мне никто за рекламу не платил, хотя я писал многим. Ребята, если вы тоже смотрите мне там магазины, бренды, свяжитесь со мной, я распакую ваши товары бесплатно. Просто, блин, ну не бесплатно, ладно. Ну свяжитесь. Ты поменял соломку? А, нет, зай. Данька расстроился, что я бросил соломку. Плачет немножко, ну, я не хотел, честно, сынок, соломка, я не знал, что она так ценная, я, правда, все, вот она, кладу ее сюда, все, она здесь, извините, пожалуйста, честно, был напуган, извините. Короче, давайте откроем гостиниц Гузи, посмотрим, что здесь внутри в нем. Лена тут говорила, какие-то есть интересные сюрпризы, когда, типа, что-то выдавливаешь, да, там что-то должно... Так, ну тут конфеты, он, давайте высыпем. Вот так вот, конфетки. Шазам? Шарзан. Что? Шарзан. Тузик. Так, это посылка. Блин, ну, надо попробовать, да, наверное? Блин, я вообще сладкое не ем. Ну, попробовать надо. Новый год все-таки, правильно? Ну, ладно, я ем сладкое. Теперь я ем сладкое. Ну, капец вкусно, боже. Мармеладка. В общем, такие вот шоколадные сладости. Как вы заметили, мы купили вот такое вот большое яйцо, вот такое вот маленькое яйцо и вот такое вот маленькое яйцо. Сейчас посмотрим, какие подарки здесь. В большом и... В... Тут три маленьких было, да еще. А, вот. Три маленьких и одно большое. Давайте смотрим, что в конфетке. Данечка, иди сюда, посмотри! Посмотри, боже, это же просто, это офигеть! Тут ленивки. Это с орешками. Чупики, ну, в общем, конфеты, ромашка, все по классике. Леденец вот такой вот купили. Ну, это Данька съест, если настроение будет. Ну, мы сейчас подойдем к последней посылке, вот, смотрите. Вот к этой посылке, как мы подойдем, Данька не удержится. Он тоже подлетит и скажет, покажи, что там. А там подарочек хороший. Так, такой вот тоже наборчик конфет. Вам, возможно, будет интересно, не покупая эти штуки, узнать, что здесь внутри. Ну, может, у нас в магазинах тоже такие продаются. Вот, так, смотрим. Ромашка. А, ну тут то же самое, смотри, то же самое абсолютно. Бля, как будто это один производитель. А упаковки разные. А упаковки разные, начинка одинаковая. Прям как мои видосы. Так, хорошо. Едем дальше. С Новым Роком. Такой вот у нас тигр. Что за лев этот тигр, а? Давай анекдот.
Как поймать тигра в клетку, ребят? Кто знает? Никак. Тигр в полоску. Я думаю, что дважды этот анекдот не зайдет. Сейчас Данечка подойдет, сейчас у него настроение появится. Ну, чуть-чуть расстроился ребенок. Поставьте лайк, чтобы Данька не плакал, реально. Ну, Новый год, а настроение у Даньки испортилось. Он еще не выспался, заболел. Ну, понять можно. Let's go. Что у нас здесь? Контик. Блин, как я в школе любил контики на переменах кушать. Контик и чаечек. Вот это топчик. Вот это есть студенческий обед, а вот это школьный обед, наверное, был. Так. Джек. Никогда не любил их. Еще какие-то. Дальше. Что за лев этот тигр? Иди ко мне, зайчик, иди, солнышко. Там мы сейчас подойдем к сюрпризу, он захочет подойти. Тут пока конфеты. Ну, одинаковая тоже. Джек Воробей, ведмежатка. Данечка, хочешь какую-то конфетку попробовать? Любую. Посмотри, сколько конфет, это же жесть просто. Так, дальше едем. Слушайте, ну мы столько конфет не съедим. Мы, наверное, поедем их на площадь раздавать. Кто хочет, чтобы я поехал на площади конфеты раздал? А ну-ка, лайк. Реально, сниму такой выпуск, если захотите. О, ну тут уже по-жирному. Тут, вот это must have, значит. Смотрите, что мы здесь имеем. Леон, обалденная просто. Айро, Несквик. Ну и что за лев этот тигр, а? Ну короче, тут Леон и Несквик. Два батончика топовых, я считаю. Сникерсов, нацов нет, это в другом. Мы сейчас дойдем. То есть вот это прям мажорный пакет. Что там? О, сыночек пришел. Он этот подарок ждал. Да, ты вот этот хочешь? Давай последним его распакуем. Давай. Давай. Хорошо. И за этот. А, сразу? Да. Давай, кит-кат. Опа. Так, ставим лайк, показываю, что здесь. Сначала посмотрю сам. А там кит-кат! Там кит-кат! Смотри. Там игрушки. Ты думал, тут игрушки? Да. Нет, тут конфетки, сынок, кит-кат. Но это вкусные конфетки. Будешь хоть одну? Нет. Вот такой вот красивый кит-кат. И у нас осталась последняя коробочка. Давайте ее быстро вскроем. Но это... А потом киндер-сюрпризы. Ну, можешь да. начинать. Давай, сынок. Давай этот огонь. Большой? Да я бы большой напоследок оставил. Ну, на. Давай. А я вот этот открою, ты этот. Давай. А вот это интересная тема. Смотрите, прикол. Это съедобные краски. Смотрите, реально интересно. Оп. Тема такая, что... Короче, вот здесь пакетики. Лена, расскажи, что, прям показывать это? Короче, как на картинке, надо притрусить немного снегом. Подожди, нет, сначала закрути. Надо вот так пальцами помять. Это глазурь, видишь? Ее надо хорошо размять. Смотри, как здесь, вот так надо, смотри, как на картинке. Вот, сыночек, смотри, вот видите, это же съедобная краска. Это глазурь такая. Да, розовый это на девку, ну можно и тут, оп. Мы можем как угодно делать. Ну, мы не художники, ребят, но вы тоже как бы не приставайте. Ну, поняли, да? Вот такая вот креативная штука. Ну, Данька, он уже прям поплавил этого пряника. Еще розовый. Еще, на, держи розовый. Это какой-то со шляка печенюшка. Ну. Вкусно. Так, я сниму очки. О, боже, это просто гигантское яйцо. Ого! Давайте посмотрим. Блин, на Новый год же можно скушать чуть-чуть? Так. Боже, как я обожаю шоколад Киндера. Давайте, открываем. Так, что в большом Киндере? Олень. О, олень мне не хочет. Или коза. Все, там... Или косуля, посмотрим сейчас. Вот такая вот игрушка была в большом Киндере. И две плитки шоколада огромных. Ну вот это, конечно, да. Так, едем дальше. Еще. Да, сынок, сейчас еще будем распаковку делать, там те игрушки пришли. Блин, что все, да, Киндеры распаковываем? Ну да, все надо.
Вот здесь у нас ёжик в тумане. Кот ёжик. Дай, ну дай. Держи. Так, олень в большом, ёжик в маленьком. Пока я не вижу преимущества у большого, кроме того, что больше шоколада. Игрушка обычная, я считаю. Могли что-то и подороже положить. Так, распаковываем еще один. Это немножко другой киндер. Это, ну, короче, он как... О, другой. Еще один? Да, так у нас еще два. Есть другой еще, там вообще бомбовый. Опа! О, машина классная, классная. Так, что у нас здесь? Это что-то такое. О, это же рыбка. Эй, нет. Это какой-то пингвин. О, пингвин, я не знаю. Там пингвин бывает синим, а не белым. Вот такой вот пингвин. Дай, дай. Держи, держи. И последнее яйцо. Так. Там есть такое же. Там это. Все? Ну вот, пирамидка. Это ранёнку уже. А, я точно, еще веревочка. Шляпа, ребят. Серьезно, вот эта игрушка на елку, ладно. Ну, я, может, не понимаю ничего. Ну и вот в таком этом МДМсе, ребят. Вот такие упаковочки. И здесь, смотрите. Просто бомба. Milky Way, Snickers, Twix, Mars, Nuts. Все, что хочешь. Это самый топовый вообще. Вот это самый крутой вообще набор. Тут нарисовано. Ну что, пришло время распаковать последний бокс в этом видео новогодний. Этот подарочек, знаешь, откуда пришел? С Белокуракина. Там бабуля Варя, бабушка Варя прислала. Да. Дедушка Ваня. Передавай привет, они смотрят видео. Привет. Скажи привет, бабушка Варя. Привет, бабушка Варя. И дедушка Ваня, привет. Ты вообще думаешь, чего? Не. Кто там стучит? Она там, дедушка Волош. Нет. А чё я дурной? Потому что Ваня сказал, дедушка. Дедушка Ваня тоже. Ты думаешь, это я? Нет, дедушку тоже так зовут. Так, о, дедушка Волош! Таня, смотри, тут подарки тебе пришли. Ого! А. Сколько никто. Готов? Да! Мячик! Мячик! Посмотри, какой мяч! Это мы на дачу заберем. Даня, Даня. Стой, давай же еще посмотрим, что здесь. Смотри, это что за тигр этот лев? Что за тигр этот лев? Так, это нам полотенце. Шоколадка, да. Опа! Это я буду квас пить. Так, а, это что такое? Это Дед Мороз. Так, это у нас что? Что за тигр этот лев? Я, это печка. А, это тоже полотенечко. Смотрите, как прикольно упаковано. Это шоколадные орешки. Ух ты, посмотри. Привет. Привет. Подпишись на канал. Да, подпишись на канал. Сынок, ну, я думаю, что Жюль Верна тебе еще рано читать «Вокруг света» за 80 дней. Это, наверное, мне надо прочитать. Это моя книжка, да. Скажи спасибо, бабушка Варя. Спасибо, бабушка Варя. Салют. 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 Ну что, дорогие друзья, распаковка новогодних подарков, я считаю, удалась. С каждым роликом мы... С каждым роликом мы постоянно повышаем планку.
все больше и больше всяких интересных сладостей. Мы распаковываем там конфеты и так далее. В завершении хочу всех поздравить с наступающим. Пожелать вам здоровья, мира, добра, позитива. Подписывайтесь. В 2022 году вас ждет много контента, много видосов. Спасибо, что со мной. Спасибо, что подписаны. Должен быть видосом. И всем пока!